Природа, тишина, красота. Именно здесь, в Рокс-парк, расположенном на границе Верхней и Нижней Галилеи, на вершине горы Сне, одно из тех мест, где хочется думать о вечном. Ну или просто балдеть от окружающего мира. Это как вам угодно, друзья. И снова здравствуйте. Мы продолжаем наше знакомство с окрестностями города Кармиэль. Самим городком и его парками мы познакомились в первой части наших зарисовок, а сейчас направляемся в национальный парк Скал, Рокс-парк, расположенный всего в 20 минутах езды от Кармиэль. Дорога наша пролегает по живописной горе Сне. Но вначале последний взгляд на полюбившийся нам Кармиэль с заправки на выезде из города. И вот мы уже поднимаемся. 10 минут, и мы въезжаем в друзское поселение, уютно расположенное на склоне и верхушке холма. Друзы и их культура очень интересны. Но об этом мы поговорим чуть позже, а пока мы спешим нырнуть в это зеленое море с белыми островками под облаками, которые уже открылись нашему взору. Белые островки – это скалы, которые образовались около 90 миллионов лет назад и состоят из твердой известняковой породы, состоящей из скелетов морских существ и водорослей. Скелеты со временем таяли и кристаллизировались в высококачественный белый мел. Это именно тот мел, известный как молка, из которого построены красивейшие здания в Иерусалиме. Рокс-парк – это природный культивируемый заповедник. Здесь сохранилась развитая средиземноморская роща, в которой преобладает дуб обыкновенный. Встречается также дуб черепитчатый. У него совсем другие листья – катальпа и множество кустарников. А еще я откопала на тропинке вот это чудо. Ведь правда удивительно в октябре месяце найти весенний пролесок. Уж не в сказке ли я? Уникальность этого места заключается в бурном таянии, если можно так сказать, твердого известняка. Это явление, известное как карст, сопровождается возникновением своеобразных и неповторимых форм рельефа. Невозможно не восхититься разнообразием этих форм. Некоторые видят в них окаменевших динозавров и мамонтов. Здесь даже есть мамонтовая тропа. Другие – столбы и грибы. Третьи – каменные гамбургеры. Ну, это уже кто зачем скучает, наверное. В парке существует несколько туристических троп разной степени сложности, пролегающие через естественный лес. И само собой здесь водится множество представителей фауны, ярким представителем которых является дикий кабан. В общем-то, это и не странно при таком-то изобилии дубов. А вот и катальпа обыкновенная. Стволы этого дерева приобретают красный цвет после отслоения коры. В общем, друзья, если вам хочется праздника, если вы хотите ощутить себя в сказке, отдохнуть от суеты или напитаться кислородом, вам сюда, в уникальный парк Скал, находящийся в поселении Кисра-Сумей, второе название Смея, на краю горы Сне. Кисра-Смея – это местный совет Северного округа Израиля, 95% которого составляют друзы. Друзское общество представляет собой замкнутую организацию. Священные тексты и ритуалы общины друзов тайны за семью печатями. Друзы Израиля говорят на арабском и иврите, верят в переселение душ, носят необычные штаны и, несмотря на секретную идеологию, очень приветливы с гостями. В Израиле живет около 120 тысяч друзов, в основном на севере. Друзы принимают доктрину Такия, согласно которой верующий, живущий в иной среде, может внешне принять ее условия, сохраняя в душе истинную веру. И это не является предосудительным. Все друзы проходят службу, и многие из них занимают высокие посты в армии. К слову, друзов в Израиле очень уважают. Несмотря на то, что друзские поселения густо застраиваются, и в них не так много зелени, они очень уютны. Мощенные извилистые улочки, как правило, узкие, огромные дома, новые, очень даже красивые, внутренние дворики. А еще часто на домах можно увидеть вывешенный флаг друзов, очень красочный, что тоже создает свою
особенную атмосферу. Вот и подошло к концу наше очередное знакомство с Израилем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось, жмите на колокольчик, и мы будем вместе познавать этот удивительный мир под названием Израиль. И не только. До новых зарисовок!